Привет. Третий раз заснимаю, потому что что-то я очень долго снимаю, а я это не люблю. Вот такую картинку увидала, и здесь вот такие семена, такие огромные они пакеты. Мне показалось, что огромные, на самом деле не огромные, я сейчас пощупала. Спаржа, чеснок, картошка, это клубника. Что еще здесь есть? Картошка, лук. Вот эти вот, они, по-моему... раскидывают торф, по-моему, вот эти тележки 3997. Вот насколько я поняла вот эту надпись, может быть, я неправильно поняла, можете меня поправить. Там горшки, я их сейчас потрогала, они пластмассовые, цены такие, 7-6 долларов, ну, с копейками, 97. И вот эти вот круглые мелкие, они, керамические, они подороже, 19 долларов, ну, где-то 20. Вот я еще увидела эти семена, и я их буду заснимать уже поподробнее, потому что это очень красиво. Ну, я думаю, что это переводить даже и не надо. Красивая лилия. Вот такой мешок. Здесь тоже те же самые семена, наверное. Ну, может быть, это другие. Да, это, наверное, другие. Или этот другой. Поставщик другой, наверное. Вот здесь вот земля, и в нем кусты. И вот прямо и здесь нарисовано. Или это фотографии. И вот здесь вот тоже. Не перепутать. Я что хочу сказать, да, удивительно просто, но вот это же малина. А вот она какого цвета. И это же голубика, и тоже она красного цвета. Даже виноград здесь есть. Вот еще здесь тоже. Вот так покупаешь, и уже готовую просто в землю положить у себя в саду. Я вот это увидела, и вот это хотела заснять, поэтому я сюда пришла, наткнулась на такое большое количество семян, что не могла мимо пройти. Вот такие вот. Это можжевельник. Ну, я так думаю. Похоже. Не самшиджи это. Так, вот это тоже вот как на елку похоже. Может, это можжевельник называется. Я ж не лесной человек, поэтому я не могу. В елках я не разбираюсь. Это розы. В розах разбираюсь. Я даже смогу привить розу. Наверное, не забыла этого навыка. Так, издали кажется красиво. А сейчас смотрю, так вроде бы и нечего снимать. Ой, вот это я люблю. Вот это я соседке своей отдала. Он, его надо ставить в шумных, пыльных местах. Ну вот, если там дорога, на такое окно если ставить, то он нейтрализует как-то, что ли, вот это все. Здесь вот с бутончиками что-то есть. Вот она. С цветами даже. Я еще хочу пойти. Вот опять-таки. Что это такое? Я не знаю, по-моему, это что-то такое неизвестное. Вот я сейчас пальцем покажу, извините, вот рукой показала. Плоды какие-то незнакомые. Ой, там еще есть, ух ты. Я никогда не видела. Вот эти, по-моему, я тоже много раз сажала, и они у меня погибали. Оказывается, их нужно, чтобы воды очень много было. Мне потом соседка другая объяснила, что очень много воды им нужно. Поэтому они у меня и погибали. Сколько раз я их сажала, мне другая подруга давала. А как-то она, по-моему, вот это отрезаешь, и вниз башку его там, по-моему, это нужно сажать так. И корешки пускает, и потом вот хорошее растение получается. В общем, вот здесь я первый раз. Сейчас я туда пойду. Длинное видео получится. Тогда придется надо вам мне поделить. Красиво как.
Это Анютины глазки. Я их не очень-то люблю. Зима, цветет. Здесь так вот, вон там решетка, ворота открыты. Посмотрела на свои розы, там они тоже, ну, те, которые я уже показывала ролик, они тоже еще цветут. Неземные какие-то они. Вот эти. Здесь что-то еще написано. $2 стоит. 1,98. Тоже хорошенькие вот эти. Так, капуста. Цветет красиво. Что это за растение, я не знаю. Извините. Но я могу сказать цену, наверное. $5.96. Один горшочек. Вот это тоже симпатичное. Так, я вот здесь не показывала. Я быстро иду. Так, где-то я эти цветы видела. Вот это растение. Вот это я уже показывала. У нас там оно растет. Так, этот горшок пластмассовый. Здесь вообще снимать, не переснимать. Очень много. Вот я сейчас покажу. Вон. Придется туда тоже пойти. Красота какая. Музыка здесь, поэтому мне надо говорить. Вот эти красные, они похожи, как будто другие. Ой, красота какая! Красный с белым. Я вообще не очень люблю это сочетание красный с белым. Иногда оно как-то выглядит очень дешево, но здесь очень красивое сочетание. Иногда вроде бы одно и то же сочетание красное с белым выглядит дешево, а некоторые выглядят очень красиво. Ой, белые какие красивые цветы. Сейчас я попробую так без своей тени это заснять. Цветник прямо. Такое длинное видео. Я отхожу. Я приблизила и отхожу, чтобы вот так красиво было. Красные. Сегодня Рождество. Вот это, Лена, я тебя поздравляю с Рождеством. Ну и всех тоже с Рождеством. Папоротник. Видео получится очень долгим, но это цветы. Это того стоит.
Лаванда, наверное. Или нет? А, нет, наверное, это не лаванда. Смешные такие. Вроде трава, а красиво. Так, это, наверное, тоже папоротники. Это уже другие висят здесь, на другой стороне. Так, я уже там не буду показывать, а вот здесь покажу. Вот это, по-моему, суккуленты. Я один раз вот это показывала, и мне показалось, что это покрашенное. Я уже быстрее пошла, потому что там еще столько всего. Это мох, наверное, он и по-английски, по-моему, так же. И читается, и звучит. Но я трогать не буду, мне что-то не хочется трогать это. Это, наверное, можно съесть. Сейчас я вот это тоже покажу. Да, зашла я сюда, конечно. Вот интересно. Музыка хорошая. Вот, по-моему, у меня такие были, про которые я говорила, олени рушки. Да нет, не очень. Не очень такие. Кактус. Вот это уже последнее. Здесь темно. Вот такие растения. На капусту похоже. $1.50 стоит. И вот такие вот. Это, наверное, в сад, если для поддержки кустов воткнуть в землю и будет поддерживать там, допустим, может быть, гладиолусы или еще какие-то цветы, гортензии. Я не знаю, потому что я ж не садовод. Я в детстве до 15, до 16 лет так напахалась. И, по-моему, и позже тоже. Что мне это на всю жизнь, наверное, хватит. Ну все, пока.